CSGOFast.ru – первый онлайн-сервис, превращающий твой ширпотреб в ножи и тайное качество. Не тормози! Хей, пузырьки, с вами Серж, это Open Case номер... Серж, такое впечатление, что ты снимаешь фак. Чё? Ладно, в общем, какой номер Open Case вы видите в названии, а мы начинаем. Мы сегодня, ребятки, имеем очень классные кейсы. Значит, скажу вкратце, я их купил, как только они вышли, поэтому один кейс. Стоил грёбаных 450 рублей. Один ключ, конечно, стоил в 4 раза фактически дешевле, а сейчас они подешевели до 200 рублей, я победитель. Но я сделал так, потому что я переустанавливал винду, а там бантрейдер, все дела. Да ладно, не будем говорить много слов, будем делать много дел. Калаш, ребята, синий калаш, это просто зверь. Просто палец вверх. Дигл тоже ничего так. Ну и, собственно, P250. Я рассчитываю на калаш. Поэтому погнали. Ой, там что-то розовое уже было. Господи, давай только не негив. Вау! Классное начало, чуваки! Мне нравится. Мак, 10 жар. Погнали дальше. Хочу нож. Просто хочу нож. Закрытыми... Нет, не буду закрытыми глазами. Я просто хочу нож. Там... О, там что-то пролетело. Ну, я знал, что рано или поздно МП-7 выпадет. И, пожалуйста, МП-7. Спасибо, Гейб. Но мы не будем унывать, потому что мы продолжаем открывать кейсики. Выбираем этот и... Open case. Open case. Open ключ. Open key. И... О, хотя бы обрез. Потому что, на самом деле, классный скин. Вы сами видите, он выглядит очень прикольно. Чуваки, я уже открыл 3 ключа, и мне выпал Пока что шлак. Я знаю, что с этого центрального мне выпадет что-то прикольное. И просто верю в то, что мне выпадет нож, чуваки. Нож однажды... Стоп! Вот так, господи! Вау! АВП! Просто тачдаун! Просто тачдаун! Чуваки, это лайк. Царь, просто царь всея Руси. Ну, раз так везет, значит, дальше повезет еще круче. Погнали. Просто рандомно снова выбираем кейс. И там что-то было розовое вначале, но ничего страшного, потому что сейчас выпадет... Стой, нет, господи, калаш! Блин, чуваки, тут чтобы не выпало, все классное. И вот этот калаш очень классный, кстати, какого качества? Это после полевых испытаний. Ну, стрём, прямо с завода было бы гораздо круче. Ладно, просто по лайту берем и центральный кейс открываем. Ни о чем не думаем, думаем только о ноже. Все, больше ничего в голове нет. Нож, я вижу, как нож... Стой, господи! Почему? Вот просто... Пацаны, чуваки, это фактически удачный open case. Ну, раз так прет, значит, попробуем еще один. Еще один просто по лайту и по фасту открываем. Все, понеслась. Чуваки, давай. Там что-то красное было, но ничего страшного, потому что выпадает еще один калаш, и это очень круто. Давайте 5 на рандом. Начнем, пожалуй, с запрещенного, с засекреченного. Давайте 2-2-3. Вот как-то так. Вот сейчас пройдемся просто по лайтику. Так, вставляем ссылочку на обмен. Вставить, оплатить. Прием платежей. Вебмани. Ой, вебмани белорусский. 31 тысячу рублей. Нихера себе, вы что, офигели? Вау. P2000 Скорпион. Я первый раз вообще вижу подобный скин, но надеюсь, что дорого стоит. Хотя, хз. Так, идем дальше. Еще одно запрещенное. Вставляем ссылочку на обмен. Нажимаем оплатить. И в этот раз мы получаем АВП. Да ладно, чуваки. У меня нет слов. Мне в контре выпадает АВП. Тут АВП выпадает. Мне сегодня прям везет на АВП. Глядишь, Dragon Lore выпадет. Правда, он с кейсов не выпадает. Засекреченное покупаем. Вставляем ссылочку на трейд. Оплатить. И выпадает мне. Ого-го-го-го. Я надеялся, что выпадет что-то более лучшее, но он стрёмный. Стрёмный. Просто, знаете, похож на какой-то старый чемодан. Вот реально, старый чемодан туриста. Шлак. Вернуться в магазин. Ладно, давайте тайное купим и оплачиваем. Оплатить просто по фастику. Барабанная дробь. Это, конечно, круто, но это не АВП Азимов. Да. Но это круто. Это классно. Это красный классный элементаль. Да, вот. Вернуться в магазин и напоследок купим еще одно засекреченное. Оплатить. Етить меня за ногу. Это же атомный сплав. Ну, ладно. Будем считать, что сегодня более-менее такой дропчик попался в сайте. Вот, чуваки, ставьте лайк. Да. Ну, а мы тем временем не закончили еще с контрой. У меня осталось 3 ключа. 3 ключа и 3 надежды. 3 шанса выбить нож. Поэтому не будем его терять. Нет, стоп, давайте по-другому. Давайте, господи, куда я нажал? Центральный кейс и центральный контейнер. Одно и то же сказал. Просто выбрать предмет нож. Знаете как? Хэштег нож приди. Приходит нож. Там что-то красное, там был МАК-10. Нет. Это, конечно, круто. И стоит он весьма дорого. Ну, как дорого? Относительно дорого, но, блин, скин-то классный, поэтому дорого стоит. Но меня это не радует, потому что я хотел нож. Так, стоп, нет, назад. Тиви, тесто, жених и невеста, подождите, тиви, тесто. Давайте какая-то другая считалочка, потому что это меня уже достало. 1, 2, 3, 4, 5, с детства с рифмой я дружу. Ребята, я хочу дигл, я хочу горил ар, и я хочу, конечно же, нож. Ну, МАК-10, М4, вот как-то так я. Все, просто понеслась, давай, статтрек 5-7, твою мать, статтрек негив, господи. Победа! Пальцы в крестик, язык в нолик. Что я несу? Понеслась.
Вся надежда! Господи, там пролетел Галил, нет! Давай, давай, Дигл, нет, пожалуйста, господи! Окей. Значит, что мы имеем? Мы имеем АВП. Мы имеем два калаша. Максим Жар. П-250 Валенсия. И шикарные обрезы оригами. Я настолько увлекся, что забыл посмотреть в Steam Trade. Обновить! Чё? Воу, атомный сплав. П-2000 калаш. И нажимаем предложить ответить. Лол. Что? А, я же винду переустановил. Ладно, ничего страшного, они полежат 7 дней, я их приму. Чё? Кстати, чуваки, спасибо большое за трейды, которые вы мне присылаете. Напоминаю, что 5 кейсов и ваш никнейм попадает в очередной выпуск Open Case. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо большое за внимание. С вами был Серж, это был Open Case номер 15. Не забывайте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Также скидывайте свои трейды, ссылочка находится в описании. Всем пока!